Актуальні питання розвитку плодово-вичівництва розглядали представники малого та середнього аграрного бізнесу під час науково-практичної конференції, що відбулась у сусідньому Херсоні. Захід проведено в рамках реалізації українського проєкту «Бізнес розвитку плодово-вичівництва». Проєкт, нагадаємо, фінансується урядом Канади і вітчизняними партнерами та спрямований на підтримку фермерів південних областей у справі вирощування фруктів, ягід, овочів та іншої городини. Мы стараемся объяснять им, что это важно. Вот на данном этапе мы пытаемся донести их, что нужно мыслить глобально. То есть если у вас есть цель, стратегия развития на 3 года, и у вас есть задача, там, например, там, производить 100 тонн любого продукта, вы должны понимать, что для того, чтобы произвести 100 тонн, вам нужно потратить определенную сумму денег. И исходя из этой суммы денег, вы должны четко расписать шаги, которые вам нужно сделать для того, чтобы увеличить ваши площади и выйти на новые рынки. То есть мы стараемся, скажем так, акцентировать их внимание на бизнесе. То есть не на хобби, которым они любят заниматься. Кто-то любит выращивать виноград, а что любое сельскохозяйственное производство – это прежде всего бизнес. А для того, чтобы заниматься бизнесом, нужно, соответственно, мыслить экономическими категориями. Продажи, цена, прибыль, выручка и так далее. Всегда удобно сравнивать с любой другой страной. В Молдове одновременно сейчас работает 18 иностранных проектов. Размер Молдовы соответствует размеру Одесской области. 18 иностранных проектов, направленных именно на свежие овощи и фрукты. Это не только технологические изменения, но еще и объекты инфраструктуры. Более материалоемкие, более финансово ответственные. И нужно или не нужно, хорошо, когда они есть. Как хорошо, когда есть возможность создавать успешный опыт. И очень сложно придумывать этот опыт и пытаться найти инвестора, который мыслит не как государство, а как частный человек. Это намного сложнее. Однозначный ответ – чем больше проектов, тем больше возможностей. Украинский рынок способен, можно сказать, съесть все, что предлагает украинский фермер, однако активность украинского рынка очень низкая. Вы наверняка слышали на прошлых конференциях, и сейчас тоже это подчеркивается. У нас низкая культура потребления ягод. Мы мало кушаем этих овощей, которых в положенном много и хорошо есть, для того, чтобы получать нужные микроэлементы. Здоровье детей, вот мы хотели бы, конечно, больше на это обращать внимание. И это нужна большая работа в обществе. Поэтому просто так рассказывать фермерам, как выращивать и как продавать, это одна работа. А вторая работа – действительно улучшить их бизнес-ситуацию, бизнес-атмосферу. Для этого, конечно же, надо шире смотреть и на потребительский сектор. Надо популяризировать овощи, фрукты, популяризировать те культуры, которые могут быть альтернативные. Тот же чеснок, тут же ягоду, жимолость. То есть это все требует помощи более широкой. Враховуючи те, що за приблизно європейського рівня собівартості сільгоспродукції наші аграрії і близько не мають таких можливостей, як у колег в країнах ЄС, цей проєкт, власне, і покликаний допомогти, наскільки це можливо, у питаннях виробництва та реалізації. Інвестиції, фінанси – це гальмують, тому що виробництво у нас як добрив, так і захисту рослин тільки налагоджується. Якщо це в Європі, воно коштує копійки, це для європейця, і кілограм той же суниці коштує 4 євро, то у нас кілограм суниці вона не відповідає тим витратам, які ми вкладаємо, коли вирощуємо ягідні культури або спаржу. Що робити? Треба дотації, підтримку від держави, але зараз у нас така складна трошки ситуація. Але ми розвиваємося, вже є і українські достатньо популярні препарати, і добрива, і плівка вже виробляється, і крапельне зрошення, на чому можна зекономити і отримувати низьку собівартість самої продукції. На чому може заробити сам фермер. В першу чергу фермер турбується за свій заробіток. У нас є огромна проблема в Україні, і вона зараз назріває, ми поки цього всього не замічаємо. В Украине сейчас большинство фермеров, несмотря на то, что урожаи улучшились, они не чувствуют той материальной отдачи от своего труда, которую должны были почувствовать. И у нас нет хороших темпов восстановления агробизнеса. И это кричащий такой момент.
Восстановились немножко агрохолдинги, но учитывая то, что у них постепенно забирают землю малые и средние хозяйства, фермер возвращается больше на землю, они тоже не могут серьезно развернуться. Плюс, вы знаете, у нас есть проблема с налогообложением сельского хозяйства, агропредприятий. Плюс, ну, она частично вымыла в начале сезона около 10% оборотных средств. Это сказалось и на малых фермерах. Малый фермер зачастую либо жил вместе с крупными хозяйствами, либо жил за их счет. Вот. А сейчас ситуация такова, что малый фермер не в состоянии покупать достаточно дорогую химию, посадочный материал, и ему нужно искать новые ниши. И это очень важный момент. Плюс у нас, естественно, в 2014 году проблема интервенции России. Они аннексировали, Россия аннексировала Крым. В связи с этим мы потеряли рынок сбыта, очень серьезный. Рынки сбыта до сих пор восстанавливаются очень медленно. Серед спікерів цієї конференції було чимало фахівців у сфері вирощування так званих нішевих культур, тобто таких, що не мають широкого вжитку та цікавлять принаймні поки що невелику частину споживачів. Я смотрю, що возник определенний інтерес, тому що многі вирощують традиційні культури, там борщовий набор і так далі, тому подобне. І многі не знають, скажем так, що таке лимонник, що таке жимолость, що таке кизил. И нас это интересует, потому что для людей это новый опыт, это, скажем так, это более высокая цена реализации, соответственно, это более высокий доход и, соответственно, это более высокие возможности для них, для их развития. Потому что, получая прибыль за свою продукцию, они имеют возможность инвестировать больше и, соответственно, развиваться быстрее именно с помощью таких нишевых культур. Цікаві всі культури, але в якої кількості? Це питання, щоб не переробляти, щоб не було дуже перевиробництво. Так, якщо останні два роки у нас популярна становиться лохина або чорниця щиткова, потужно розвивається виробництво, вже майже до 1000 гектарів, щоб не було перевиробництва. Трошки треба стримувати цей розвиток. Тобто ми закладаємо. Але ринок не насичений, як в Європі, так і в Україні. Є куди розвиватися, як і суниці. Хоча кажуть, що суниці багато-багато, але ринок не насичений. Спаржа, ринок не насичений, але я скажу пару слів. Це культура делікатесна. Якщо ринутись йти розвивати як картоплю на 1000 гектарів, це не має сенсу і не має смислу такого. В Європі це делікатес. Якщо ми закладаємо, це в розумних кількостях треба. Якщо бабуся піде і купить спаржі, треба ще до спаржі і м'яса якогось, і рівень трошки, не, можна сказати правду, що не той. Але треба впроваджувати культуру. Наверное, це можна сравнити з людьми, які в однаковій формі стоять на площі. Це всі ті люди, які вирощують однотипні продукти, в надіжді, що, робить так, як і всі інші, можно получить либо доход, либо возможность участвовать в этом рынке. А выбор нишевой культуры – это определенное размышление ответственности. Это как красивый, но достаточно своеобразный или сложный костюм. Имея его в этой однородной толпе всех одетых в форме, можно выделить себя, можно получить больший доход, но важно понимать, для кого этот продукт ориентирован. Нишевая культура – это процесс, заставляющий не просто работать руками, но и думать. И перемещаться из плоскости хобби в плоскость бизнеса. То есть сейчас самый больной процесс, самая сложная битва, она в голове. Просто для того, чтобы делать то же самое, что другие, или получать средства, совершенствовать себя, свое хозяйство, свое предприятие, для того, чтобы этим могли заниматься следующее поколение. Можливо, вже вийшло з категорії нішевою, але все ще недостатньо розвинене в Україні виробництво горіхів. При тому, що науково обґрунтована норма споживання горіхів для наших співвітчизників – 3 кг 600 грамів на рік. Сьогодні маємо показник майже вдвічі менший. Горіхівництво зараз дуже потужно розвивається, інтенсивно розвивається. Чому? Тому що економічна ефективність його достатня для того, щоб забезпечити стимул для фермера. Загальна ситуація в галузі, можна сказати, що складна. Чому? Починаючи від саджанців, доступності їхньої якості і закінчуючи нормативно-правовою базою.
Тут дуже багато нюансів є, і дуже багато питань з приводу наукового забезпечення, багато питань з приводу ресурсного забезпечення. За останніми даними, ну я не знаю, за 16 рік, на 15 рік в Україні було вироблено, там за різними даними, 116, 106, дехто 93 тисячі, орієнтовно 100 тисяч тонн, а експортувалося 70-80 тисяч тонн. Тобто 70-80% горіхів йде на експорт за різними каналами. А для внутрішнього споживання залишається тільки 20-30%. Потенціал дуже великий. Чому? Тому що майже вся Україна входить в зону сприятливу для вирощування. Да, звичайно, є розподіл, там більш сприятливі, менш сприятливі умови, але в принципі майже вся Україна, за виключенням, можливо, Поліського регіону, ну і Крайнього Сходу. Цього року відбудеться ще чимало заходів в рамках українського проєкту «Бізнес розвитку плодово-овочівництва». Організатори планують в подальшому зробити графік конференції більш зручним для аграрів та ще більш інформативним. Ми би хотіли більше спікерів бачити з научних організацій. К сожалению, научні організації України зараз оторвані від життя і часто не успівають або не приїжджають взагалі на подобні мероприятия, або просто не успівають слідити за тим, що хоче ринок. Очень надеюсь, что спикеры в следующем году у нас будут более разношерстные и также очень интересные. У нас был август очень насыщенный месяц, то есть у нас было мероприятие в Одессе, потом было мероприятие в Запорожье, сейчас мероприятие в Херсоне. Прежде всего хотелось бы изменить тактику проведения этих мероприятий, потому что это очень насыщенно, а для наших фермеров август – это время урожая, это время уборки, это время, когда они недоступны. Соответственно, мне хотелось бы изменить немножко подход. Скажем так, есть какая-то подготовительная часть, это начало года, есть часть, когда они могут уже показать себя, показать свои результаты, показать свою продукцию. Это конец года. Соответственно, я думаю, что в начале года мы будем их ориентировать на некие новые технологии. То есть, как можно сэкономить средства, используя там альтернативные источники энергии. Как нужно планировать свою деятельность на следующий год. Что нужно, о чем нужно задуматься. Там, о семенах, о удобрениях, о себестоимости. Как это все спланировать. А в конце года это уже будет некое подведение итогов, чтобы они понимали, что вот благодаря тому, что мы узнали в начале года, вот они получили более высокий результат в конце, и, соответственно, они почувствовали это на своем бюджете. А триватиме реалізація проекту до 2021 року.